Добрый вечер, господа. Только подошел, смотрю, он сидит. Вот он подошел ко мне и крутится. Есть-то хочет. А как подойти? Косяки-то. Косяков сколько набрал за эти дни. Ну, смотри, ты деловой какой. Ну ладно. Барбоса специально поехал с его подружкой кормить на тот ларек мясной. Приехал туда, их там нету. Ну здравствуй, Шарик. Что-то случилось? Вы что-то сказать хотите? А чё вы туда лезете? Я сейчас на морской звезде был, купался. Почувствовал, что-то дышится трудно, пошел к терапевту. Температуры нет, кашля нету, ничего нету, просто дышится тяжело. Температура 32,2, они замерили. Она меня всего там проверила, обшмонала, прослушала. У тебя все нормально. Это, говорит, ты купаешься в холодной, говорит, воде, у тебя... Ребра болят, а ребра дают толчок, как будто дышать нечем. Вода 18, температура где-то 25 у нас. Давай, приходи, приходи. А куда мы сядем? А я вот иду смотрю. Вон какие-то ступеньки. По Лазаревскому столько уже туристов ходит, гуляет. Это вообще жесть. Да, погодка супер. Для меня даже жарко. Терапевт запретила мне купаться в холодной воде. Сказала, когда 25 будет, тогда я... Нифига себе! 25. Зайти к морю надо.
шарик уже приготовился. Чё ты не ловишь шарик? Идем поближе, шарик. Ныряй. Шарико, шарико. Что? Шарик, не мешай море слушать. Как тебе еще кидать? Как тебе еще кидать, шарик? Другой камень берет. Я туда приехала из Москвы. Я
ко мне приехала, вот когда я их наберила, у меня, блин, лишний 7 килограмм. Так, братан, иди его трусить, вот это хозяин. Ага, искупался, идет. Да, аккуратно. Если вымочишь ноги, пойдем сразу домой. Шарика. Ну, а ты красавчик, давай. Чеши, чеши спинку. Солнышко пропало. Где же ты, мой шарико, натуре? Что-то не так, что-то не пойму. Не пойму я, что с ним. Шарик. Минимум, да. Ой, кадр. Ты не удивляешься, Шарик, почему я тебя не глажу? Ты не удивляешься? Пойдем, пойдем. Thank you.
тенек специально зашел, чтобы с телефона было видно. Перевод прислал Сергей Анатольевич К. Дальше. Ольга Борисовна П. Я знаю, кто это. Почему? Когда я посмотрела видео, как во сне там. Так. Анна Геннадьевна Эш. Спасибо, люди, огромное, что уделяете внимание нашим собачкам. Сегодня вот хотел Барбосу накормить с его подружкой, но не было их там. Всем до свидания. Сегодня прошелся по Лазаревскому. Все кафе уже почти открыты. Все буквально. Магазины, кафешки, шмотки продают. Короче, туристов много было. В морском бризе. Загорающих. Дофига. По улицам ходят. В магазин зашел, этот лимон 149 стал, только уже привезли другой, как всегда. Вот под вечер просто классно в Лазаревском, тишина такая, спокойненько так, супер. Днем жарко, а под вечер самое то.